Вот. Распределительные. Угу. Угу. Вот нефтебаза. Обвалована по правилам. А там вот проезжали, вообще ни обваловки, ничего нету. Ну, озеро это. Грязнющие. Рыбу ловят на нем. Ну что, караси есть, наверное. Да, да. Посмотрим километраж, может, будет видно. Ну, просто очень близко, но малый угол, как говорят. Вот столбики маленькие тоже не рассмотришь, потому что 10. А ну, сейчас еще что-то будет, сейчас посмотрим. 1198. 1185. Вот, значит, 87 километров до Калининграда осталось. Ну, да. Они, вот они 30, там 87 километров. Примерно так, да. Чудес. Он лебедь, ой, этот аист, господи, лебедь, говорю. Белый. Не боится. А они же как-то, да, реагируют на технику, не как на живое, это самое, да, как на явление природы.